времени суток, дорогие мои подписчики, подписчицы и гости моего канала Афромангу Мукбангу. Что ж, обед. Такая горка сырно-колбасная. Багет с майонезом. Так, это вы увидите. Чай с сахаром Гринфилд. Все ингредиенты будут написаны в видео и под видео. Багет с куджутом. Да, багет с куджутом. Багетик с куджутом. Вот такой багет обычный. Вторую строчку снизу открой до конца. Еще непонятно, что там написано. Больничные вещи, сокращение больничных является защитой от нервных злоупотреблений. Там же есть вода, мам. А. Ну, тогда я больше чай покупать не буду. Что ж там делаешь? Я заварила и все, тебе не надо доливать.
Все на этот самый, на один самый, на один подбор, что эти одного цвета все, что это даже не подбор. Просто решили так. Трамваи же не голубые, они коричневые с белыми полосками. Да. Но автобусы будут голубые. Все издалека видно, что это идет автобус. Правильно? Вкусно. Колбаса это не нравится, немецкая. Какая? Немецкая нравится колбаса. Ну, как сегодня. Пепперони тоже. Третья строчка сверху прочитай. Да. Вижу. Майонез с багетом тоже вкусно, да? Последнюю строчку открою, музей в этом маске не пускай. Что случилось?
вкуснятина. Кто за питомец, кто мне написали? Не знаю. А собачка. Вторая строчка сверху открой. Ой, вкусненько. Так вкусно. Вкусненько. Чего хлеб не ешь? Только что съел.
ел только что. Первый кусок. А, второй кусок, да. Еще чай? Еще чай? Да, да, налей, пожалуйста. Подлетал воробье, сразу улетел. Сразу же. Фейерверков никаких не будет, видишь? Фейерверков никаких не будет в Москве. Нет. Понятно, по каким причинам. А да? В Питере? Ну и в Питере одна это, наверное. Почему? А только в Москве. Отменили он все. Понятно, по каким причинам. Это строчка сверху. Угу. Угу. Вкуснятина. Да.
А вот эта кровь, которую открыл нас лесное дело после смерти Романа Мадянова. Да, что? Актер кино. 62 года. Угу. Сергей Малахов. Дальше. Вкусненько. Да, вкусненько. Да. Вот наследственное дело, это наследство. Это там да. Наследство его делит. Да. Господи. Пью чай, не помешал песок. Не надо так резко. Я все рыбу готовить. Почему? Потому что нужно разморозилось. Я не смотрела. Когда все разморозилось, надо готовить. Mm-hmm. Прочитал последнюю штучку? Да, да. Да. Угу. Что там за чудовище? Я представил высоту, смотри, что за чудовище. Угу. Дальше. Очень вкусно. Спасибо вам за вкусный обед. Это не обед. А что это? Обед по-вкусу. Ну что это? Просто так, перекус. Перекус?
же инцидент. Да. Хлеб съел, да. Еще что-нибудь надо, говорю. Что надо? Может быть, бутерброд с этим сыром. С виолой. Виолка. Виолка, сыр. Не слышу. Виолка. Виолка. Держи. Спасибо. Спасибо вам. Как бы разные надо говорить. Вот они скучные. Это лучше, это на свободе. Все, или еще чего-нибудь? Больше не надо. Очень вкусно. Телефон подешевле, надо касаться. Да. Вкусненько. Было вкусненько. Птичка, было вкусненько. Птичка. Синичка. Все было вкусно. Спасибо раз. Еще раз. Здоровья. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии под видео. Не забываем нажать на колокольчик. И мой колокольчик упал, что ли?
Да, вот. Чтоб не пропустить новое видео. До свидания. До новых встреч. Здоровья, счастья, добра и позитива. До новых встреч. Всем здоровья. Увидимся, не прощаемся. Приходите к нам еще. Придут. Приглашайте всех своих родственников, родных. И близких. Да. Да. И просмотр Мудбанка.